Всем привет! Сегодня у нас вот такие две посылочки. Пришли они вчера. Не помню сколько дней, но это, по-моему, из товаров $1. Или нет. Нет, это наушники Xiaomi. Вот так выглядят. Я, кстати, купил еще мини-версию попробовать. И потом почитал отзывы, подумал, что отзывы не совсем хорошие, звучат вроде и неплохо, но бывает там вода попадает и такое, почитал отзывы о них и, немного расстроился. Я, конечно, с них попробую, похожу с ними, но буквально на днях была акция на мини-версию, по-моему, за 22,99 их можно было купить, то есть точно самое, то же самое, только мини-версия. И естественно, я не смог удержаться и купил их, и будут либо мне, либо жене. Но, почитав про них версию, мне кто-то посоветовал наушники от компании Kaze, и на них были акции недавно тоже. Я купил себе сами наушники, по-моему, за $9, и Bluetooth дата-кабель за $6. Ну, это было на прошлой неделе, по-моему, поэтому, думаю, через неделю-полторы мы сможем на них посмотреть. Сейчас я хожу с такими вот наушниками, они хорошие, я их взял на смену B3320 тоже неплохие наушники. У этих минус в том, что в обратном порядке переключения, то есть, допустим, плюс на плюс нажимаем, громкость делается громче, на минус громкость тише делается, но вот треки переключаются наоборот, минусом это вперед переключаем, плюсом назад. Я привык, удобно. Одно время я не знаю, что произошло, оно клацалось в нормальном положении. На следующий день я опять попробовал, и опять они перестали правильно переключаться, опять минус, плюс, я не знаю, с чем это связано, может, меня проглючило, что оно правильно стало переключаться, или я их неправильно одел, то есть не так же. Вот, в любом случае, я взял эти наушники попробовать на смену им, или буду этими продолжать пользоваться, а эти кому-то дам из родственников. И давайте дальше посмотрим. Вот здесь у нас посылка. Сейчас мы откроем эти наушники, посмотрим, что у них упаковано. Пока давайте распакуем. Вторую. Не хочет распаковываться. Помните, я рассказывал про Кэтбоя, точнее, купил розовое, красная была не Кэтбой, а как же ее, Вайлет из мультфильма «Герои», какие-то там герои. Это все три товара из акции $1. Я купил и написал им, что, друзья, предоставьте мне, пожалуйста, не Вайлет, а именно синего Кэтбоя. Они мне написали, что уже отправили, все-таки, видите, прислали опять Вайлет. Хотя там разные написано, фотография всего одна, фотография Кэтбоя, вот такая вот. Но, видите, всем все равно рассылают Вайлет. Получается, вторая Вайлет, подарим кому-нибудь тогда, или, пусть будет вторая у сына. Но он сильно расстроится, потому что он реально ждал Кэтбоя, мы вместе с ним заказывали. Он увидел, говорит, хочу Кэтбоя, и я второй раз заказал его, и, игрушка хорошая. Посмотрим, давайте поближе на нее посмотрим. Вот. Сама Вайлет это снимается, как оказалось. Потом вот. Таким щелчком. Как оказалось, это как показал сын. Вот. И крылья тоже снимаются путем доставания их. Вот. Сейчас мы попробуем достать. Вот. Так, крылья снимаются. Можно их вот так, если неплотно вставлять, можно ими немного управлять. Вот. Вставим, посмотрим. Придется сыну искать Кэтбоя другого какого-нибудь, потому что он его ждал, он чуть ли не каждый день, когда я приходил домой, говорил: папа, Кэтбой, где мой Кэтбой? И так далее. Вот. Хорошо. Далее. Это у нас от комаров, от москитов всяких. Такая вот штука. Выглядит все очень качественно. Снимается решеточка. Вот, не знаю, что рассказать о ней, то есть москитов ловить специально я не буду, чтобы сюда забрасывать, но подключить в розетку давайте попробуем. Подключил в розетку, вот так оно светится, когда его включаешь, синим цветом. Но
я видел, как бы в некоторых роликах туда тыкали отверткой, и у меня нету, во-первых, отвертки, а во-вторых, мне стрёмно туда что-либо тыкать, поэтому и москитов нету, проверить, как она работает. Ну, как-то так, вроде все работает, вроде все хорошо. Далее у нас вот такой вот кабель, не помню, тоже что-то до доллара я его купил, длинный, в оплетке, пакетик рвется, сразу не открывается. Плоский такой, хорошая оплетка, я не знаю, как он, здесь какой-то кусочек пластика от производства, и походу он такой рулон, наверное, очень длинный. Да, 2 метра, наверное. Сейчас. Так, 72 сантиметра у 4. 2,8 метра получается должен быть, почти 3 метра. Вот. Ну, вроде бы симпатичный кабель, хороший. Сейчас попробую телефончик им зарядить. Даже не пришлось перемещаться. Провод настолько длинный, что в другом конце комнаты розетка и все, и пошла зарядка. Зажужжал сразу телефон. Зарядка пошла. Кабель рабочий, все отлично. Буду пользоваться, но он реально очень чересчур длинный. То есть, давайте посмотрим. Вот он идет. Вот. И уходит вообще в зарядку. Чёрт знает где кабель. Вот, реально на всю комнату. Ну, возможно, ну как бы мне для моих целей он такой длинный не нужен, но я думаю пригодится, особенно за такую цену, которую я покупал. Если будет еще один, возьму про запас. Интересный кабель, тем более такой длинный и отлично справляется, заряжает телефон. А ну, секунду. Решил проверить, сколько он выдаст. Тут, по-моему, телефон потребляет 0,35 ампера. Так. 0,31 ампера дает. 27, 26. Ну, скорее всего, падает, потому что телефон заряжен. Я его только зарядил. Ну, 0,29. 0,25, 24. То есть, ну, для размера такого кабеля отлично, отлично. Я как бы даже этого не ожидал. Супер. Это я сейчас заряжаю телефон, на который снимаю. То есть в режиме видеосъемки. Вот он, этот кабель, который наш цветной. 0,45 ампера. И давайте попробуем другой кабель. Та же зарядка, тот же телефон, но другой кабель. Вот такой вот черненький, обычный. Что у нас тут? Но это не родной. Не родная зарядка, не родной кабель. То есть 0,40. Вначале давал 0,45. То есть приблизительно одно и то же. Тот кабель, который сейчас испытываем, он метр всего. И ну никаких 45 дает. То есть все одинаково. Ну и давайте распакуем наушнички. Так, все цивильно сделано. Ну, как все у Xiaomi. Как бы ее аккуратненько, чтобы не поцарапать. Такой вот маленький кабелечек зарядки. Амбушюрок. Раз, два, три, четыре пары. И на них еще должны быть одни. Да, и на них еще одни. То есть подобрать можно для любых ушей. Очень маленький переключатель, то есть в сравнении с этим. Вот. Но во второй версии мини, которая у них выходит, получается, идет провод, потом он здесь соединяется в один, и здесь в конце уже висит управление ими, вот этот, то есть, ну, очень интересно сделан, и я только из-за этого и купил, потому что, ну, реально мне очень понравилось с виду. Давайте поснимаем эти бумажечки. Еле ободрал эту бумажку, она здесь в несколько слоев была накручена, даже где-то провод поцарапал ножом, поэтому
будьте очень аккуратны, провод такой, он не толстый, тоненький, немножко совсем толще, чем провод у этих наушников, но он тоже тоненький такой, и немного я за него переживал. Вот. Что еще у нас есть? Все, вот так это выглядит, вот так она распаковывается, полностью коробка раскрывается. Инструкция у нас на китайском. Все, теперь я потестирую немного наушники, послушаю их и скажу сейчас коротенький отзыв. Итак, не могу я сказать, что я доволен наушниками Xiaomi по соотношению с этими. Конечно, да, звук однозначно, звук лучше. Я, наверное, полчаса слушал мелодии всякие. Звук есть ясно, что намного лучше, чем вот этих. Но удобство очень неудобное. Плюс она на китайском, версия китайская. Это раз. Она говорит там приветствие, выключение китайское. Находится телефоном тоже китайским. Я добавлю скриншот, как она определяется. Ну, это как бы мелочи. То есть это один раз подключил и все, и потом она автоматом подключается. В ушах сидят хорошо. Это, ну, спору нет. Да, сидят хорошо, крепко, ничего не выпадает. Тест на тряску головой проходит. Ничего, все отлично. Есть амбушюрки. Можно вообще подобрать, все будет вообще класс. Но огромный минус: управление звуком, переключение треков находится здесь изнутри, и ты, получается, должен вот этими пальцами нащупывать и клацать. Это не очень удобно. Сейчас попробую продемонстрировать. Получается, вот здесь находится переключение, и ты вот так вот должен переключать. Это неудобно. Удобнее, конечно, вот в этих, допустим, которыми я сейчас пользуюсь, у них вот здесь получается. Причем не так, я бы сделал еще короче проводок, вот так, чтобы они вот здесь были. Ну, оно в любом случае на плече лежит или вот здесь. И все, ты взял, и удобно тебе как бы пользоваться, но не трогаешь ухо. А так еще нужно туда пальцами залезть, ну, неудобно. Второй минус — переключение и вот эта вот штука. То есть, получается, переключение, оно куда-то уходит за спину. И, ну, оно маленькое такое, неудобно его нащупать. Вот, звук просто супер. И я, естественно, попользуюсь ими, но вот первые впечатления. Меня они не произвели, то есть, да, выглядят симпатично, но, как по мне, вот эти вот лучше, поэтому я их пока никуда девать не буду, никому дарить и не буду, буду полежать, но этими я попользуюсь, пока не придут наушники КЗ. Уже традиция сложилась, что я одними наушниками пользуюсь до момента, пока не приходят какие-то новые наушники. Если придут КЗ, они будут не лучше и удобнее, чем эти, то, наверное, все-таки вернусь к этим, потому что эти, напомню, они 5 или 6 долларов стоят. То есть обзор на них раньше есть. Они звучат, звук, еще раз повторюсь, звук тут просто классный. Я не слышал еще, как там звучит КЗ, допустим, но звук у них явно лучше, чем здесь. Но здесь намного громче. То есть здесь на максимальной громкости комфортно слушать. В наушниках Xiaomi на максимальной громкости комфортно слушать. Здесь на максимальной громкости я не могу вообще, ну, уши вставить, ну, наушники вставить в уши, потому что очень громко. И если, допустим, на 80-90, то слышно пари, уже трески, что они уже на всю мощь играют, как бы, да. Вот здесь же я выкрутил на максимум, и мне было комфортно слушать. Да, не громко так, что там. То есть для любителей, которые любят, что по шуши вяли, когда играет музыка такую аж громкую, они не подойдут однозначно. Они тише, намного тише даже, чем вот эти вот обычные. Вот, поэтому, ну, я считаю, они как бы, да, сделаны стильно, сделаны вроде бы качественно, все так, ну, красиво, хорошо, но мои как бы впечатления вот первые полчаса пользования с ними, как бы, я больше, мне нравятся вот эти. Но тем не менее, я повторюсь, я попользуюсь ими, пока придут КЗ, потом в сравнении с КЗ уже буду отталкиваться от этих и этих наушников. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!